Привет, Ешут! Как вас сегодня много собралось? Я рад, что мой фильм вошел в финальный тур фестиваля. «Через горы к морю» — это фильм о живописных местах Северного Кавказа. Я уверен, что многие из вас там были. Но этот фильм еще и о нашем свадебном путешествии. Палатка, горы, отсутствие цивилизации и сотовой связи — вот что для меня и моей супруги настоящее приключение. Я всем желаю приятного просмотра, а участникам — конечно же, удачи. Пока!